Более 200 игровых автоматов в ближайшее время пустят под пресс. На днях Ноябрьский городской суд признал бесхозяйным оборудование, конфискованное сотрудниками правоохранительных органов в рамках рейдов по городским и горным заведениям. Такое немалое количество автоматов, а именно 231, копилось не один год. Конфисковывали их в течение 2011-2012 годов. В рамках доследственных проверок собственники этого богатства установлены не были. В связи с этим обстоятельством прокуратура и обратилась в суд о признании автоматов бесхозяйными. Сейчас они находятся в одном из ангаров на промзоне. Уже в ближайшее время они будут уничтожены.